очень много чистим сегодня. Объезда вариантов нет, поэтому много пилим. Вот дорога основная. Так, ситуация с промоинами продолжается. Раньше было спокойненько, и вот здесь вот я на стоковой ниве проезжал, а парни вот здесь переезжали. Но тут у Олега свой план, и он не удался. Жопа упала? Нет. Давай, чуть-чуть. Давай. Куда едешь? Прямо. Чуть. Аттракцион, давай. Падай, да, потихонечку. Рано, Олег, рано. Стой, колеса влево. Давай. Саш, встань ему на эту сторону, дверь открывай, вставай на эту сторону. Стой, Олег, стой, Олег. Все, не надо. Ему нравится? Смотри на меня и не газуй. Потихонечку, давай ровно сейчас. Чуть правее, на ходу это все делаешь. Выезжай, выезжай. Все, лебедка, все. Не-не-не, Саш, слазь, лебедка. Ну вот как научиться по камере передавать этот угол? Куда назад? Нет. Надо. Потихонечку можешь, Олег, потихонечку. Да, не надо колесами. Все, можешь ехать. Едь, все. Шевика хотим немножко по-другому пустить. Рановато, ну ладно. Так. Отъедь чуть назад. Стой. Отъедь чуть назад. Глина твердая. А ну давай попробуй. Вот так же и пробуй. Еще разочек. Нет, колеса туда. Вот так. Это надо сделать рывком. Нет. Отлично. Стой. Так, давай. Сюда. Давай его лебедкой. А что, если я на правую сторону туда стану? Ну попробуй, но я думаю, не заедет. Чтобы вот так вот. Да он вот тут заедет, он уже морду. Ну давай, пробуй сюда ехать. Пробуй ровно ехать. Все, ровно едь сюда. Не-не-не, давай, пробуй. Давай. Влево здесь. Вот. Все, отлично, выехал. Давай. Еще разок. Все, отлично. Ровно, вот так.
Кто-то лох. Продолжаем промоины. Не-не-не, вот так. Очень сильно маршрут изменился. Мы последний раз его ехали. Молодец. Вот так вот и надо. То есть на газах проходить такие моменты. Мы его ехали, по-моему, летом, в июне. И снова нам помог бобер. И снова мы идем вперед за диагоналками. А мы до основного подъема еще не дошли. Не доехали, не дошли. Да не, подъем, я думаю, они быстро одолеют, если там деревьев не будет. Стоп, стоп, стоп. Вот попробуй вправо тут крутануть. Да, вот так. И вправо держи, вправо держи. Вправо. А! Нет. А! Ну уже, да, давай, давай, давай. Ты на диске. Нет, висишь. Просто дай резко газу, проверни вперед. Давай, давай, все. Опасно было золотником. О, тут еще сильнее промыло. Очень интересное место. Здесь нету правильной траектории. Давай подрасчистим чуть-чуть, Олег. Мне кажется. Олеж, вот ты балбес. Тогда влево чуть-чуть возьми, влево, раз уж едешь. У тебя висит колесо. Жесть. Можно что брать? Стой, стой, колеса неправильно. Боль для дисков. Сдай назад. Все, вот, влево руль, влево руль. Прямо? Да, старайся прямо. Только левее бери еще. Стой, подожди, подожди. Подожди, не надо правее, ты диском царапаешься. Ты его между пустишь. Да, думаю. Ну или вообще левой старайся вот по этим камням. Все, еду. Да? Все, я тебе камней подложил, уже легче будет. Вот, вот, давай, давай. Вот, 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 вот. Отлично, отлично, отлично. Хорош. Зачем отпускаешь? Стой, стой, стой. Нет, 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 стой, 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 стой. Я вижу. Оказывается, у Нивы Шевроле есть проблема с отливом бензина в стандартном баке. Что даже бак 60 литров, больше половины. И он очень сильно при кренах отливает. Проблемка. Максимально лево. Это я камушков вам положил. У Олега своя траектория. Я хер знает.
Все, я оставляйся тут, подожди. Мы с Олегом поехали, а вы едьте дальше. Вот этот мы камень убирали, копали. Так, ну, поехали. Так, ну, первый злой подъем, засадное место мы взяли на Симби без проблем, даже не снимал, просто ехали. А вот шевик немножечко прилип. Вот здесь вот я на этом месте как-то сидел 2 часа почти, а пацаны внизу тогда порезали колесо. Засадное место, ни разу мы его просто не проезжали, всегда тут кто-то сидит. Вот и все. А там наоборот, справа. Давай, 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 не бросай газ, ну зачем? Вот тут справа выезжай, справа. Сцепи больно, сцепи отдохнуть надо. Ну, этот подъем нам дался намного сложнее. Вот здесь вот, конечно, Олег заскочил, но Шевроле вряд ли. Блин. Стандартная фраза, как тут идти ногами. Долго мы тут шевика будем затаскивать. Поднимаемся на 700 метров. Вот туда нам надо. Сейчас примерно где-то 640. Конечно, зимой, осенью есть свой кайф ездить, потому что видно горы. А летом это все в листве, своя красота. Подтягивай. Нет, колеса влево и падай. Все, и поехали. А теперь вправо. Красиво. Красиво. Газу. И бросай сцепление. Чуть-чуть. Все, 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 все. На первой, на первой, на первой. Не-не-не, не надо. Походу, сцепа сама по себе буксует. Ногу левую убери. Все, все, стой, стой! Не, ну не, не надо, не надо, Элеонор, ну пожалуйста! Все, хватило!
нормально. Колеса вот так и держи. Ну, короче, мы тянемся. Как вытянемся, так вытянемся, скажем. Наконец-то проехали перевал. И снова бревна. А что, я его не уберу сам. Попробуй. Грызи. А что делать? А что, нигде объездки нет? Я нет. Давай, давай. Блядь, давай, да подожди. Я с мордой вперед пойду, блядь. Официально заявляю. Видео будет называться «День бобра» или «Маршрут бобра». Мы столько деревьев сегодня перепилили, это просто мрак. Давно тут никто не ездил. Так, едем, короче. Раз, два, небольшое совещание. А теперь, ребят, почему у нас совещание? Да вот как бы у нас такая проблема. Давай посмотрим, там упор есть ему где-нибудь или нет. Сань, пойдем в тот угол. Какой угол? Кто? Зачем? Ну посмотри, упирается. Ты толкать его будешь? Грызь. Да, в смысле, оно на дереве лежит, Олег. Оно упертое в дерево, Олег. Большое было. Охренеть. Кажется, моя машина весит чуть... Ну да, вот это, кстати, по проблемам. Ну, короче, как-то обстановка вот такая. Японский бог. Ну так и... Начинается очень долгий момент, очень интересный. Такого у нас, по-моему, еще не было. Олег, сильно близко, дальше надо. Дальше. Кстати, в резиновых сапогах в снегу очень холодно. Ну, неплохо. Я верю. Ну, очень мягкая земля. Сыр. Я тут еле стою. Так, ну, разматываем лебедочку. Сейчас чуть дернем его, и потом он поедет вот сюда. Да, прям несет. Прям копает. Думали, будет немножко попроще. А попробуй газануть прям. Не, не идет. Так, продолжение эпопеи. У нас был план такой, что мы вот так вот встанем, и дальше он поедет сам. Но он не едет вообще. А там это плохо, там очень узкое место. О, поехал. Перецепляемся туда, да? Правее. Сейчас перецепляемся и будем тянуть его вон туда. Нет, здесь очень сильно уклон, рыхлая земля. И, в общем, пытаемся объехать это все дело. Наверное, сейчас все вы увидите, как он будет ехать. Вот, и теперь руль ровно, влево как бы, влево верни его, и вот так вот едь на гору пробуй. Вот, так и надо. Вот, ровно и газ, едь. Да едь, попробуй поехать. Вот. Прям песок какой-то. Вот это тут накопал. Ну, в общем... Надо наверх цеплять. Да. Вот к этому большому давай чуть его подтянем. Да, я понял, о чем ты. Но резина вообще не работает, потому что... Нет, вот это большое. Так, ну, в целом успех у нас есть. Ладно. Посмотрим, что будет дальше. Но это было волнительно немножко в моментах. А что, это не поцарапал дверь? А я не знаю, я не видел. Да не, мне кажется, нет. Ты, я говорю, ты если б тормоз не жал. Нет. Я вот, видать, на это вот лег.
Не-не-не, смотри. Или это... А, это было. Нет? Ну, вот туда, вот это ты тиранул, и все. Это? Не знаю. Я думал, это... А, или Саша сказал, вот ты чуть-чуть. Короче, все заебись. Да? Но это было жестко. И, кстати, вот здесь был лед, смотри. Я не знаю, сколько сейчас градусов, мне не холодно, но тут лед. Смотри. Мы с тобой дерево пилили, ага. Оно промерзло, почему так плохо пилили? Да, ну вот. Вот, смотри, ты пошел, вот это Олежины следы над обрывом. Но Шевик так не выйдет, мне кажется, надо его чуть-чуть будет сюда. А, хотя жопу, если подцепить. Слушай, вроде бы, знаешь, да, грязь такая, ну... Не, грязь ужасная, ну, вообще. Ну, ничего такого страшного, она просто не видит, и все. Ну, да. Но мы тут, наверное, единственные проехали. Ну, в смысле, мы первые точно, но больше сюда никто не полезет. Ну, потому что УАЗики тут не пройдут. Не, УАЗиком просто можно так ехать, но им пилить надо. Вот это дерево им надо спилить. И вот так вот. Чисто на лебедке и потом вдоль. Примерно в таком же положении, потому что если машину по ходу движения ставить, то она сползает вниз, подъем очень крутой, и спуститься надо. Ну, хотели вот здесь, но Олегу пришлось вот сюда ехать, не вывернулся. Слишком грязно и вязко. Все, мы опять лебедимся. Сейчас это еще минут 15. И поедем дальше, а дальше посмотрим, какие у нас будут препятствия. Это было немножко дольше. Хорошо, что у Шевика есть задняя лебедка. Это вот так вот выглядит. Все, стой, стой, отпускай. Влево, влево, выкручивай. И на первой, аккуратненько. А вот цепил. Давай, аккуратненько, аккуратненько. Стой, не тормози, газом работай. Стой, стой, так. Давай вправо и назад. Прям можешь на ей. Еще, давай, все. Все, это закончилось. Только порвали передний трос, и он там закушен, не знаю. Либо будем сейчас доставать, либо так уже поедем. По идее, если не будет таких больше бревен, то мы должны минут через 40 выехать. Но это должно было случиться 2 часа назад. Колеса левей! Ты видел? Вы куда едете? В какую сторону едете? Отходи. В какую сторону? Не, вот здесь, ты же тут проезжать будешь. В общем, асфальт через 200 метров.
Олежа раскорячился. Я не знаю, что он исполнял. Дорога вот, там промоина. Ну, сейчас я покажу. Там вообще лет. Дверь аккуратно, Олег, дверь сейчас зажмет. А все, уже. Вот такая вот здесь. Вот туда в небытие куда-то промоина. Но тоже это все смоет, и следующие машины тут уже не проедут. Олег стоит вот так. Ну, хотел засадиться, засадился. Аккуратно, давай. Тут просто как бы... Все, поехал. По следам поехал. Как друзья у нас, блин. Это он вот по этой колее все ехал. Охренеть. Так, лопаты забрали. Ключики там забрал? Да, все забрал. Да, ну я померил, везде нормально. Извините за плохую съемку, но как могли. Как могли. Но промоина, конечно, вот где-то здесь труба, вон она труба. Ёпта. Так, аккуратненько надо. Я ж с твоим айфоном. Да все, я прошел, но это было неожиданно. Всем добрый вечер, ребятки. Время 9 вечера. У нас, как всегда, лайт. Не лайт. 13 часов в лесу. Пробили старый маршрут. Именно пробили, потому что много деревьев заваленных. Много пилились. Много новых промоин. В общем, ну все как всегда у нас. Качаемся и домой. А маршрут прям бомба. Мы еще и видос, как всегда, записали. Так что ждите.